Желающих получить автограф чемпиона мира по кудо Ивана Шпеда нет отбоя. Победитель недавней битвы чемпионов только и успевает позировать перед фотокамерами смартфонов. Шпед – один из почетных гостей традиционного турнира по дзюдо памяти ульяновца Ирика Ахметшина. Почему я посещаю такие мероприятия? Все очень просто. Я также когда-то выступал на таком же уровне. Кстати, я также был в далеком детстве призером областного турнира по дзюдо. И поэтому хочется, чтобы наше молодое поколение видело, что есть чему стремиться. Известный ульяновский дзюдоист Ирик Ахметшин погиб в автокатастрофе в 2004-м. С тех пор в память о нем и проводится турнир среди юных спортсменов. Неизменно время – вторые выходные ноября. Неизменно место – 56-я городская школа. Именно здесь в свое время и тренировался сам Ирик и его друзья. Секрет долгожителя турнира в том, что у Ирика было очень много друзей. Очень много кто помогает проводить нам этот турнир. Всем нравится. Особенно детям этот турнир очень сильно нравится. Они всегда ждут, когда будет Ахметшинский турнир. Около сотни юных дзюдоистов приняли участие в 16-м мемориале Ахметшина. Причем на татами вышли не только юноши, но и девушки. Главными героями соревнований стали мальчишки областной школы дзюдо. В 6 весовых категориях они завоевали 6 золотых наград. Эту гегемонию прервали девушки клуба «Симбирск». У них 2 золотые награды. Еще одна победа досталась спортсменкам клуба «Мужество». Михаил Сашанский, новости Улправда ТВ.